терористи з Хамасу запустили по Ізраїлю зранку 4 тисячі ракет, потім прорвали кордон і зайшли групами на територію Ізраїлю. Зараз про ситуацію там ми будемо говорити з Давидом Гендельманом, військовим експертом. Ситуація настільки динамічна, що кожну годину ми отримуємо якісь все нові і нові дані, новини про те, що відбувається в Ізраїлі. Давиде, раді вітати вас в ефірі телеканалу 1+1. І прийміть наші співчуття. Ми знаємо, що вже дуже багато загиблих, в тому числі серед цивільного населення. Розкажіть, яка ситуація станом на зараз в тих районах, куди заходили терористи з Хамасу на територію Ізраїлю? І взагалі, зараз вже другий день, ми можемо проаналізувати те, що відбувалося. На що вони розраховували? В принципі, можно сказать как раз, что успех Хамаса был возможен даже больше, чем они сами на это рассчитывали. Понятно, что они хотели нанести определенный ущерб, чтобы было столько-то убитых и раненых со стороны Израиля, увести столько-то пленных. Но, видимо, ситуация сложилась так, что их успех был гораздо больше, чем они сами даже думали. Ситуация на данный момент, что практически во всех населенных пунктах, куда они проникли, они уже зачищены, но на 100% еще армия и полиция еще не объявили о том, что полностью зачищена вся территория. Одновременно по сектору Газа ведутся авиационные удары и стягиваются силы для проведения наземной операции, но как именно будет проводиться наземная операция и будет ли она все-таки проводиться, это еще решит правительство, но в любом случае силы уже стягиваются, планы уже есть, посмотрим, как оно будет развиваться. Пане Давиде, ви сказали, що бойовикам вдалося досягти набагато більше, ніж вони на це розраховували. А як ви пояснюєте, чому? В першу чергу, це був провал розвідки. Оцінка розвідки була в тому, що, несмотря на трення последние недели между Хамасом и Израилем удалось достичь соглашений. Например, Израиль дал больше разрешений для палестинских рабочих из Газы на работу в Израиле. Также в Газу зашел очередной транш катарских денег. То есть в целом оценка была, что после этой периодической игры мускулами, как уже не раз бывало в последние годы, Хамас получил то, что он хотел. И сейчас он в эскалации не заинтересован. И на войну он сейчас не пойдет. И в плане непосредственной подготовки к операции тоже разведка не смогла это вскрыть, так как не было предупреждения разведки, все были, говоря простыми словами, расслаблены, боеготовность была на низком уровне. И, в принципе, поэтому такой прорыв одновременно на нескольких направлениях, причем с захватом самой базы управления дивизии Газы, что, в принципе, нарушило нормальный процесс командования. То есть в результате им удалось гораздо больше, чем, возможно, они даже сами планировали. Пане Давиде, ми коли дивимося відео, які потрапляють в інтернет, так, то так складається таке враження, що там були, зокрема, такі відео про те, що на бульдозер сіли, і мається на увазі палестинці, і просто бульдозером знесли там паркан, який був між сектором Газа та ізраїльською територією, що якісь люди на якихось автівках з автоматами проникають на територію дуже хаотично Ізраїлю, і складається така картинка, ніби це якийсь такий, ну, дуже простий і вдався для них прорив цього кордону. Але з іншого боку, експерти вже говорять про те, що було два ешелони продуманої атаки терористів на територію Ізраїлю. І от на вашу думку, що сталося? Як вони прорвали цей кордон? Чи вони змогли, чи могли вони взагалі, маючи такі ресурси, на які вони опираються, спланувати і реалізувати цей прорив кордону? Чи там не обійшлося без допомоги таких серйозніших військових інструкторів чи спеціалістів, можливо, навіть з інших країн? В принципі, те, що вони зробили, на це вони вполне способні самі. Там не потрібні були якісь марсіанські технології, якісь іранські інструктори. Те, що вони зробили, вони вже вполне вміють. Нечто похоже вони вже робили раніше, просто в менших масштабах. Это был именно провал разведки, и так как не было оценки, что они так готовят, соответственно, на границе было меньше сил. Потом, так как была нарушена координация, то даже те силы, которые были, не успели быстро отреагировать. В результате они одновременно прорвались в нескольких местах, в одних местах не просто разрезали забор, в других они использовали бульдозер, был также
минимум в одном месте они использовали парапланы для того, чтобы перелететь. Одновременно был морской десант в районе военной базы северная сектора Газа. Именно из-за того, что это было одновременное действие многочисленных секторах сразу, поэтому даже те силы, которые были, не успели вовремя скоординироваться, вовремя отреагировать. То есть все еще раз упирается в оценку разведки, что противник на войну не пойдет. Это нам еще раз показывает, что нельзя заменять оценкой намерений, оценку возможностей. Не надо подменять своей логике, логику противника. Если мы считаем, что ему вот это невыгодно, значит, он, наверное, это не сделает. Это нам еще раз показывает, что у противника есть своя голова и свои расчеты, что ему выгодно и что невыгодно. Мы уже в мировой истории не раз такое видели, что те или иные страны говорили о противнике, что он сейчас на войну не пойдет по тем-то и тем-то причинам, а в результате он пошел. В данном случае в Израиле, разумеется, это в несколько меньшем масштабе. Это не то, что сюрприз 1973 года. Сейчас Хамас, разумеется, это не такой противник, который может есть Израиль, может максимум понадкусывать, что называется. Но в любом случае это был болезненный удар, которого вполне можно было избежать, если бы разведка доложила точно, что называется. Пане Давиде, те, що ми зараз спостерігаємо, для нас в Україні це виглядає як дуже інтенсивний розвиток. Тобто за 24 години Ізраїль пройшов те, що Київщина пройшла за місяць, маючи на увазі кадри, які ми побачили з розстріляними автівками біженців з тієї частини Ізраїля, куди вторглися бойовики, які намагалися виїхати, машини розстріляні. Це те, що ми побачили після звільнення Київщини вже наприкінці березня, на початку квітня 22-го року. Картинки, які, на жаль, дуже нагадують трагедію, зокрема Ірпіня і Бучі, Житомирської траси. Те, що це відбувається так швидко і так швидко розвивається, чи це означає, що війна, яка зараз розв'язана, а саме те, що ми у стані війни, напередодні заявив Нетаньяху, вона й швидко закінчиться, що це не буде якась тривала кампанія? И наоборот, сейчас, наоборот, израильское правительство подчеркивает, что это будет долгая война, быстро это не закончится. Но насчет того, что частично, как минимум визуально, это похоже на расстрелы гражданских, это да. Но разница, разумеется, в том, что Израиль, как военная держава, разумеется, гораздо сильнее Хамаса. Понятно, что там есть свои сложности с тем, чтобы воплотить техническое превосходство, победу на поле боя, потому что, например, если говорить чисто технически, то понятно, что Израиль может за несколько дней вообще превратить сектор Газа в асфальтированную площадку, но он не собирается это делать по гуманитарным соображениям, там живут 2 миллиона человек, многие из них мирные жители, но в этом плане именно это, если так можно сказать, именно это и обидно, что Хамас на самом деле гораздо более сильный противник. Совсем не то, что вторжение России в Украину. И это даже не то, что одновременное нападение Египта и Сирии на Израиль в 1973 году, когда силы были, в принципе, и если смотреть в численном плане, тогда преимущество тоже было на стороне арабов. Сейчас Хамас гораздо более слабый противник. И именно поэтому и обидно, что они смогли нанести такой ущерб, которого можно было избежать, но в плане продолжения войны сейчас, наоборот, израильское правительство подчеркивает, что быстро это не будет, это не закончится так скоро, как прошлый раунд эскалации, потому что Хамас очень резко поднял планку эскалации. Такого количества убитых, раненых и тем более пленных никогда не было. Именно поэтому сейчас идут разговоры о большой наземной операции, которой в прошлые раунды, в прошлые годы не было.